1.12. Так. Цементовоз. В предыдущем ролике я вам показывал бочку, что это дорабатывал. Сегодня речь пойдет про кабину. Покажу вам, как его покрасил. Пока вы знаете, какие шины шикарные еще раз. Шины прям вообще. Я просто балдею от этого рисунка. Но сегодня речь будет идти не о шинах, а о кабине. Кабину я покрасил. Устанавливаться будет. Сейчас буду устанавливать такую вот оптику сверху, огня поезда, поворотники, повторители, крылья и так далее. Кабину я покрасил, еще раз говорю, в красный цвет. Подбирал краску по каталогу, точнее по Google. И там стоял приблизительный номер RAL краски. И получается так, что я совпал. Прям я смотрел даже вот по моделям, если смотреть, то номер прям отлично подошел. Номер краски. И готовы? Давайте покажу вам, что у меня получилось. Вот, что у меня получилось. Красная кабина, серая решетка. Кабина еще не совсем готова по покраске, поэтому сильно не ругаемся, пока смотрим. Может быть, в этом видео, либо в следующем уже полностью все детали будут готовы. По покраске, например, начнем с крылья. Крылья пока загрунтованы в черный. Будут краситься они в черный глянцевый. Поэтому здесь сейчас еще раз покрашу в черный глянцевый и будет готово. Потом можно будет смело уже устанавливать подножки. Подножки будут просто клеиться. Пока вот так покажу вам. Подножки будут клеиться. Ручки обвел серебряный. Точнее, такой как типа хром. Еще раз будет обводиться это, потому что на один раз, на первый раз это не перекрыло красный цвет. Поэтому это будет еще раз краситься. Зеркала будут тоже серебряные. Пока просто их поставил, они будут складные, они рабочие. Там вот такой маленький штифтик, вставляется болтик, либо штифтик, и они могут, их можно будет складывать при транспортировке, чтобы не обломать, все будет рабочее. Бампер я вам показывал с белыми полосками, это еще все еще не закреплено, ничего вообще. Это просто сейчас, просто вот прикинул кабину, да, она просто стоит, потому что там даже вон дна еще нету, полов. Буковки черный глянец, как положено. Здесь еще будут такие вставляться для фар такие ободки, потому что я забыл их прям приклеить, только когда покрасил, уже вспомнил. Поэтому здесь будут ободки, и вставляться в них будут фары, потому что эти я сточил. Поэтому придется сюда новые устанавливать. Светодиоды будут все проводиться. Сверху будет 5 огней автопоезда. Я знаю, что у оригинала 3, у меня будет 5. По бокам дополнительные. Здесь что еще и что еще? Фильтр. Воздухан, он же грибок, тоже будет. Он уже покрашен в серый. Тоже, наверное, в этом видео с вами установим его. Задние форточки я обвел, типа, такую вот резиночки сделал, имитацию резинок. Можно, в принципе, остекление заднее уже устанавливать. Вот. Вот такая вот кабинка получается. Как вам такой цвет? Мне нравится. С желтой бочкой вообще будет, мне кажется, круто смотреться. Вот, фокус поймал. Будет очень круто. Кстати, здесь еще будут устанавливаться, как они называются-то? Как они называют, обтекатели. Ну, вы поняли, про что я говорю. Давайте даже найдем их. Где-то они у меня есть. Вот они. Вот эти вот штучки. Обтекатели, крылья будут еще устанавливаться. Краситься они тоже будут в красный. Либо можно сделать их, в принципе, серым. Посмотрим. Ну, наверное, все-таки сделаем как более как у оригинала красным. Потому что на той модели, на 53-213, я делал вот эти вот обтекатели серым вместе с решеткой. И вот эти вот штуки тоже серым. Но здесь я, наверное, все-таки сделаю их красным. Будет лучше смотреться. Прикольненько так будет. В принципе, их можно тоже уже устанавливать. Решетка готова. Можно ставить вот эти вот обтекатели. Эту решетку я вам показывал уже. Печатал ее на полимернике. Фокус не ловится сегодня здесь. Такое вот качество хорошее. Вот, теперь, как я уже говорил, буду устанавливать оптику. Покрасил я ее. Давайте попробуем приблизить. Оптика. Печатал я ее сам прозрачным пластиком.
Точнее, не пластиком, а прозрачной, как она, жидкость, полимерник, в общем. Так. А вот этот вот кружочек вокруг нее, это я красил уже кисточкой. Вот. Вот это я увеличил. Так, назад. Назад. На крыше будет 5 штук, плюс вот здесь поворотнички. И будет все копийненько. Если найду катафотики, то сюда обязательно приклею катафотики. Слева-справа. И, в принципе, можно скоро уже заниматься салоном. Склеивать сиденья. И да, я пытаюсь все-таки сделать кабину откидную. Я думаю, у меня это получится. Но сначала нужно будет установить полы. И потом уже, чтобы было за что крепить саму этот вот механизм весь этот. Буду тоже делать его сам. И думаю, кабина будет откидная. Тогда, если она будет откидная, то я смогу спрятать уже под кабину аккумулятор. Он небольшой, на 2600 мА. Мне его хватит, чтобы покатать. Часок там другой за глаза хватит. Вот. Пошел я устанавливать, в общем, вот эти вот красивые, как они называются-то, не лампочки, а плафоны. Пересмотрел я запись, которую только что записывал, там почему-то опять звук пропадает. Попробую сейчас записать без наушников, без микрофона. Надеюсь, получится получше. В общем, кабина покрашена, покраска готова. Вот что получилось. Крылья глянцевые, черным, как и говорил. Подножки. Где они? Вот они. Подножки тоже имеются. Пока еще их не устанавливал. Ну, примерно будет вот так. Бампер пока тоже еще не устанавливал, потому что еще далеко до остановки. Сейчас он упадет. Поэтому он такой немножко кривоватый. Зеркала готовые. С серебрянкой. Ну, хром. По идее, краска хром, но она больше как на серебряную похожа. Ламбрикены сам делал, сам вырезал. Вот что получилось. Планирую здесь еще сделать надпись КАМАЗ на самом, на серединке. Занавески тоже по бокам тоже будут. Панель приборов на месте. Салон еще пока не готов. А вот приборка уже на месте. Так, что еще? Катафотики. Нашел катафотики, установил. Задний фильтр, воздухан. Тоже на месте. Фары передние пока еще я не устанавливал, потому что рамки еще только красятся. И вот они, стеклышки. Так, что-то фокус не хочет показать стеклышки. А вот они, стеклышки. И сразу же боковинки вот эти вот, как они, обтекатели, наверное, называются. Которые устанавливаются вот сюда. Вот так вот. Они тоже есть, они тоже будут устанавливаться. Вот. И что еще я сделал с задней тележкой? Установил брызговички. Задние резиновые брызговики тоже на месте. И здесь тоже можно будет добавить либо катафоты, либо... Ну да, в принципе, только катафоты. У меня, по-моему, есть треугольные. Установлю все треугольные, покрашу красным цветом. И, в принципе, задняя тележка готова, покрашена. Все, готово. Вот что у меня получилось. А, кстати, вот эти вот линии. Я их покрасил, точнее не покрасил, а просто кисточкой обвел пигментами, темными пигментами. И получилось такие вот, не то что старение, а заметно теперь, что там не краска залита, а вот такое темное. Вот видите, вот эти полосочки, они теперь темненькие. Вот здесь у меня отверстие натуральное, а здесь получается я добавил как будто там отверстие. И выглядит намного лучше. Бампер пока кривой, еще пока не готов. Вот, на сегодня все. Напишите, как вам такая покраска. А, стоп, не все. Установил же я вот же еще что. Плафончики. Огни автопоезда на месте. Все 5 штук. Хотя их должно быть только 3, я сделал 5. Поворотник в крыле тоже имеется. Все как у настоящего. Также там будут светодиоды, все будет светиться, все будет гореть и работать, конечно же, с пульта. Вот теперь точно все. На сегодня все. Напишите, как вам такая покраска, как вам крылышки в глянцевый покрасил я. Следующий этап будет, наверное, уже заниматься будем салоном. Да, установка бака. Хотя тут еще до бака далеко, потому что в баке вся электроника. Устанавливаться он будет самый последний, поэтому пока что еще бак до бака далеко. Пишите, как вам КАМАЗ, похож вообще на КАМАЗ. И многие пишут по поводу дисков, обвести их белым. Я думаю, наверное, не буду этого делать.
взял, даже вот эти вот клинья, тоже я их обводить белым не буду. Оставлю, наверное, все это черненьким. Вот эти вот, ну и задний, соответственно, тоже оставлю их черным. Потому что, мне кажется, хватает. Бампер выделил. Плюс какие-нибудь декальки найду, наклейки. И наклею сюда вот. Вот. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.